Ярославский орган отмечает юбилей. 40 лет жители города могут наслаждаться голосом короля инструментов. В конце юбилейного сезона ветерана филармонии ждет масштабный ремонт. Как будут лечить ярославский орган, узнала Марина Смарагдова. На юбилей приехали друзья ярославского органа. Так Любовь Шишханова называет представителя фирмы «Зауэр». В далеком 1974-м старейшая немецкая компания смонтировала орган, первый и пока единственный инструмент в регионе. Ключи директору филармонии передал Герхард Шпалик. Строительство органа в СССР было государственной программой. Ее инициировал известный музыкант Леонид Ройзман, учитель Любови Шишхановой. Ярославский инструмент был шестым из 30. Из 4 месяцев сборки основная часть ушла на наладку звука. Из-за богатой концертной жизни филармонии орган серьезно запылился. Некоторые детали истерлись и требуют замены. Да и здешний климат, говорят немецкие специалисты, вредит инструменту, хотя акклиматизация прошла успешно. 2 месяца с 8 июня по 14 августа орган будет на больничном. Зато новый сезон встретит уже обновленным. Его помоют, добавят красоты звучания и снабдят компьютером. Будет такое ощущение, что у органиста не 10 пальцев, а 20. Если вы нажмете, предположим, одну клавишу, будет звучать их звуков сразу несколько. Вот. Ну, объем звучания будет гораздо больше. Это было ровно 10 лет назад. Любовь Шишханова музицирует вместе с Мартином Штефаном. Повелось, что юбилей орган отмечает в пышной компании известных исполнителей. Праздничный концерт насыщен сюрпризами. Будут и знаменитые импровизации, и знаменитые гости, и любимые авторы. Бах, Мендельсон, Брамс. Марина Смарагдова, Михаил Арнов.